Первая остановка – угол улиц Горького и Гребенской. Прямо посередине тротуара – стойка с попугаями. Рядом предлагают сделать снимок с обезьянками. Не первый раз здесь, на муниципальной территории, эти фотографы предлагают свои услуги. Поймать их за руку крайне трудно. Это бывает очень-очень сложно. Вот даже вчера мы пытались их как раз вот случайно, вот мы их выловили, но как только мы по форме начинаем подходить, люди сразу в рассыпную разбегаются. Сегодня именно сотрудниками полиции, казачества удалось установить сегодня личность и составить сегодня протокол об административном правонарушении. И этот протокол будет передан на рассмотрение в административную комиссию. Здесь же будет определено наказание. В первый раз это штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Повторно нарушитель заплатит от 3 до 5 тысяч. Следующая точка на улице Набережной. Здесь детей катают на пони. Незаконно, а значит, отвечать в случае чего будет некому. Но не нужно забывать и о другой стороне этой проблемы. Пока будут желающие сфотографироваться с забавной обезьянкой на память, их хозяева будут держать животных под палящим солнцем. Слишком выгоден этот нелегальный бизнес, и здесь уже не до любви к братьям нашим меньшим.